Едва попав на ярмарку-выставку Академии ремесел, глаза в буквальном смысле разбегаются от разнообразия ярких и необычных изделий. Все они – результат рукотворного труда мастериц Брестской области. Многие из них – мамы, а потому тема праздника нашла отклик в их сердцах и вдохновила на создание необычайных шедевров. Здесь и открытки с добрыми пожеланиями, и валентинки, послания, украшения, вазы, расписные шкатулки и многое-многое другое. Подготавливая тематические стеллажи, рукодельницы заметили, заметно волновались, придутся ли по вкусу их изделия. Однако, судя по реакции первых посетителей выставки-ярмарки, было понятно – продажи в этот день будут хорошие. Мам надо радовать всегда, не только по праздникам. И по возможности стараться радовать и мам, и деток своих, потому что наши близкие – это самое главное, что есть в нашей жизни, самое дорогое. Светлана Шиманюк уже 3 года работает с таким материалом, как фоамиран. Осилив технику плетения, женщина начала экспериментировать. Сегодня в личной коллекции украшения для декора, подносы, а также шкатулки самого разного назначения. В подарок для мам Светлана Шиманюк подготовила универсальный сундучок для рукоделия. Своим новым творением она гордится. Женщина уверена, такой презент займет достойное место в доме любой хозяйки. Шкатулка для рукоделия, вот у меня очень интересная вещь такая, которую я люблю делать, и очень много они очень пользуются спросом, хорошо, очень часто заказывают, именно под заказ я их много делаю, очень люди любят эти вещи, полезные вещи в доме, как бы, и все сделано с душой, частичка души вложена в это все, и хороший материал я использую, я не использую отпечатанную газету и не использую картон в своих работах, который вот, где декупаж, у меня везде идет ДВП, то есть если я плету под нос, это очень надежно, и можно и влажной какой-то тряпочкой вытереть, и где-то даже смахнуть вот так вот водичкой, ничего не будет с плетенкой. Организаторы праздника подготовили для посетителей и другие интересные сюрпризы. Беспроигрышную лотерею, фотозону с декорациями ручной работы, где мамы вместе со своими детьми могли сделать фото на память. Приятно порадовали посетителей и сладкие подарки от кондитера-любителя Татьяны Стасюк. Капкейки и брещанки, самостоятельно освоившие самые разные по сложности техники выпечки, пришлись по душе сладкоежкам и поразили воображение своей красотой. Настроение праздника в этот день создалось у каждого из присутствующих, а мамы были приятно удивлены таким необычным поздравлением в их день. Сами видите, какой масштаб у нас сегодня. Есть что показать. В канун такого большого праздника мы решили пригласить мам. Для них подготовили праздничный концерт, выставку. София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».